Ну что ж, раз, два, три. Продолжаем Half-Life 2. С вами Казуков Family. Присаживайтесь поудобнее, ставьте чаечек, кофеечек, лайки, не забывайте про колокольчик, приглашайте друзей, а мы продолжим Half-Life 2. Всем приятного просмотра. Минута пошла, и пошла движуха, да? Так, подожди-ка, мне теперь этот вертолет бомбить откуда? Отсюда? Или... Срань. Ты срань, ходячая. Что? Пока. Так, подожди, что за говнюк стреляет? Откуда? Больше ты не стреляешь, козел. Так. Ладно, валим. Ради 10%. Так, подожди-ка. Ну да. Я, скорее всего, и притяну к себе аптечки. Так, а эти сволочи там тоже добавились, нет? Ладно. Подберу аптечку. Там дальше посмотрим. Фу-фу-фу-фу. Так, раз, два, три. Куча аптечек и здесь. Так что можно было бы, значит, аптечек вообще не переживать. Скорее всего, и там аптечки, но, как говорится, чем черти не шутят, да? Здесь я попал. На ту сторону. Так. Перепрыгнуть надо, да? Хоп. Тут еще больше аптечек. Блин, патроны надо к ракетнице подобрать. Так, подожди. Воу! Ладно. Я не с той стороны подошел. Ой, лядненько. Лядненько, лядненько, лядненько. Так, подожди, а наверху эти патроны? Точнее, ракетница! Ну да. Так, подожди-ка. Максимум к снайперке получается, да? Да. Так, ладно. Воу. Что-то иногда бывает, он прям перекидывается не в ту сторону, которую нужно. Нужно. Но хотя бы так. И тут и аптечки, и ракеты. Куча всего, когда... Бля, красиво. Такой вот домик в деревне, да? Домик у утеса. Так, а вот... Думаю... Ой, подожди, думаю я. Как мы перешагивали на ту сторону, вопрос. Блять! Ладно. О, нифига себе, прям чуденько попал. Не пойму, почему столько много ракет, для чего? Так, ладно. Нам хотя бы нужно этот, help it. Интересно, а перекидываются в зону загрузки вот эти вещи или нет? Мне просто теоретически интересно.
Подожди, без одной загрузки до... Серьезно? Ёпарасы-то. Я... Ой, там аптечки, да ё-моё, вы посмотрите, сколько аптечек. Подожди. А я смогу? О-о-о, шикарно. Подожди. Или нет? Или только эту смогу? Так. Муравьиные львы хотят... Твою мать! Идите в жопу! Подожди. Я такой наглости давно не видел, отвечаю. Твою мать, быстрее вали. Блять, как подняться? Как подняться сюда, блять, я не знаю куда. Кого ты видишь? Паразита? Нифига себе, кого... ты охренел? Воу. Может, вы сами с этими... Воу. Это прям не напоминает, что это космический десант. От слова «почти». Так, а куда это вам птички кидал вопрос? А? И где мои аптечки? Я же их сюда кидал. Алло. Не понял. Куда аптечки все делись? Чё за... Чё за приколы? Не пойму. Вы же не хотите сказать, что ящики превратились в аптечки? Оттолкнуться должны были куда-то туда. Чё за хрень? Чё? Серьезно? Это так далеко я докинул? Три аптечки? Четыре? Ёпарас это... Нифига себе! Я закинул. Блин, три аптечки. Ну, блин, я не смогу их взять. Потому что мы... Что-то активировали, да? Блин, вот давай ты не будешь тупить. Серьезно? Серьезно, твоя жопа не помещается на эту сторону? Блять. И она именно должна поместиться именно там, да? То есть... Серьезно? Охренеть! Просто охренеть! Мне чё, пару секунд... Да блядь, чё у меня спадают наушники, ёбаный в рот. Да бляха, муха, какого хрена? Когда мне включать турборежим? Да ебучий случай, а? Как, когда включать? Погнали. Да ёбаный в рот. Да блять, ебануться, да что такое?
понятное дело, что столкновение, блядь, я понимаю, что я должен успеть. Блять, Мили Писюндра, блять, Мили Писюндра, да что такое? Каких потеря ресурсов? Вот вопрос. Интересно, какая потеря ёбаных ресурсов? Объясните мне, пожалуйста, а? Это вообще вариант пройти хоть как-то, нет? Серьезно? Блядь. Хорошо. А если ноклибом пройти, мне интересный вариант? Серьезно? А нотаргет? Блять, где слово нотаргет? Объясните мне, пожалуйста. А вот интересно, нотаргет заработает? Ах, конечно! Конечно, все этим дерьмецом заработает. Конечно. Да бляха, муха, да ебучий случай. Блять, слишком поздно, слишком рано. Да когда включать? Объясните мне, пожалуйста. Блять, серьезно? Когда мне эту залупню врубать? Объясните, пожалуйста. Чё за хуйня? Это автосохранение было? Вы серьезно? Блядь, да ебучий случай. Да что за залупа? Объясните мне, пожалуйста. Да блять, что за хуйня? Блять, я не знаю, как этот момент пройти, но это пиздец какой-то. Блять, серьезно? Блять, серьезно, как это пройти? Я не могу, блять, пройти физически, отвечаю. Что за хуйня? Хорошо, раз, ну. Ну. Давай. Блять, почти! Ну. Блять, в смысле? Какой залупой она мне, блять? Давай. Ну. Ебать, я каким образом, блять, улетел? Ебахуй, давай. Да в смысле, блядь, как я цепляюсь? Ну что за нахуй? Что за нахуй вопрос? Блядь! Каким раком? Каким раком это проходится вопрос? Ой, блядь.
В смысле договор расторгнут? Каким залупой? Ну давай, ну! Ух ты, блядь! Какой-то был пиздец. Как я ненавижу такие моменты. Да блин! Что нам делать? Лезть сюда? Блин, ну почему, блядь, из 1%? Я должен... Ничего не вижу. Я что, обошел? Вопрос, для чего? Нафиг пошел. Да блин. Какого хрена ты? Да блин, чё за... Я попал? Надеюсь, что да. Бля, а как этот разбор тут завалов убрать-то, а? Никак? Да умри же ты, умри! Черт! Как вы же с пистолета долго умираете, как вы заколебали. Ну? Так, у меня аж пушка есть, подожди. Так, а как мне теперь эти завалы убрать? Да убирайся ты! Ёбаный завал. Наконец. Ни хрена не видно. А что тут? Ничего? Или тут какая-то это? Или тут какой-то прикол? Я поэтому не помню, в этом доме что-нибудь есть? Или нет? Да, ты вообще там курица, да? Или у вас там вообще ничего нету? Кто дома? Открывайте. Печкин пришел. А может, не Печкин. Чё? Блядь, как вы достали, а? Чё, не докинул? В натуре? В
Где эта хрень? Сейчас она опять как взлетит. Ну, как я и предполагал. А ту я не докинул. Печаль. Так. Блять, еще не одна, вы издеваетесь? Нифига их тут. Хорошо, что они хоть их вода берет. Не знаю, зря сюда ходили, не зря. Пофиг. Плевать. Забивать. По-моему, они сейчас поставят здесь. Умер. Блин. Твою мать, они больно бьют, суки. Ну, прыгай, давай. Докидывай ты эту херню. Где еще одна? Благо, что можно хоть такой херню убить. Где он? Ну? Где? Где он? Взрывоопасный, нет. Ладно. Я сначала думал, что он взрывоопасный. А он обычный, да? Как ваши щитки-то убрать? Никак. Или как-то. Подожди-ка. Походу, что никак. Сами все понаставили, да? Ладно. И на том спасибо. Так, я подскочу. Почти. Почти. Зараза. Улетай! Какого хрена? Бля. Да, кто там еще стреляет? Подожди. Подожди-ка. Дай мне эту штуку. Пинбол поиграю, сволочи. Куда вы, блядь, убегаете? Убегаете.
твою мать. Да, нехило я так потратил хелок на них. Так. Ага. Не хватает две батареи, да? Где ж еще одна? Где ж у нас может быть еще батарея? О-о-о, батарея. Но ее тут не будет явно. Блин. Чё за фигня? Сказал себе я, да? Так, но ее тут тоже не будет. Подожди, если она не тут... Вагончики она тоже не может быть. И не вагончики, да? А, вспомнил. Вот. Только я сразу понял, где он был. Сим-сим, откройся. Пожалуйста. Уберите ее с дороги! Я сам решу, когда убрать. Понял? Понял? Да подожди ты. Сюда, конечно. Блин. Ну, кстати, прикольный кадр. Сюда! И... Сюда! И чё ты не скринишь, блин? Steam. Офигеть он был. Мы добрались! Мы перехватили радиосигнал. Они ищут машину. Ладно, Док. Дальше придется пешком. Вдоль утеса ведет тайная тропа, но мы не пойдем туда, пока не отразим атаку. Если вы будете сражаться с нами, это сильно поднимет дух отряда. Черт! Транспортники на подлете. Так быстро, да? Так быстро транспортники на подлете. Интересно. Thank you.
где ракета? Придурки, вы где ракеты прячете? Подожди. Это не ракеты? А что это? Да твою же мать. Какие же вы тупые, а? Последний уничтожить транспортник, ёб твою мать. Бляха, муха, вы же не хотите сказать, что... Блять. Да ёб твою же мать. Подожди. Понятно, опять это... Это что за еще один админ транспортник, что ли, блядь? Блядь. Съебуйся. Подожди-ка. Ёб твою мать, как он близко. Ну, кто в домик попадет? Валим. Ой. Аптечку. Да спасибо, просто я тебя за враг... за врага-то принял, блин, мужик. Ёб твою же мать. Не страшно. Где у вас ракеты? Блять, ракеты у вас где? Ты, блять, мужики. Вы хотя бы сказали бы, где ракеты, где вам урод. Где ближайший транспорт? Вы? Уже не предстоит мне дома валить, нет? Или да? Или предстоит? Сюда, доктор Фриман, свернем на горную тропу, пока нас не засек штурмовик. Блин, да ты такой простой мужик. Вот серьезно. Пока нас не застигнул штурмовик. Не. Так, ребята, я сейчас подойду на пару секунд.
Так, ребятки, вот мы вернулись. Я долго не говорил, что мы будем задерживаться или затрахиваться, я не знаю, как это сказать. Так, давай, мужик, веди нас вниз, куда-нибудь. Вон туда. И смотрите под ноги. Включай свою шарманку. Черт. Так, подожди-ка. Ой, блин, а тут прыгать придется. Ты шутишь? Да блин, не бей ты его. Опа-на. Забрали тачку. Нафиг она вам сдалась. Твою же мать. Ты что, аптечку потерял? Так. Что-то я не так удачно прыгнул, как хотел. Загрузки, блин, стали какие-то долгие. Так, это, наверное, будет то, что я думал, да? Или нет? Или да? Эй, ты! Стой, где стоишь! Оставайся на камнях! Не становитесь на песок! Не злите муравьиных львов! Лазло, не двигайся! Нет, на помощь! Так, понятно, это намек на то, чтобы не становиться на этот песок, да? Блин, это самый неприятный момент, потому что он непростой. Блин. Постоянно быть на камнях, ну такое себе. Ты практически как придурок бегаешь по этим камням. Ай. Ага, к пистолету. Это было так важно. Я. Ага, то есть получается, если нет... Твою же мать. Вот в этом, блядь, и проблема. Кто мою ловушку расхерачил? Вопрос. Няха-муха. Серьезно? Блин, я не пойму, мне прыгать по камням или мне опять эту херню делать? Я не пойму ни хера. И как я до туда допрыгну, по-вашему? Это очень жесткий момент. Да блин. А как это потом перекинуть? Жесть, просто жесть. Блин, ты будешь нормально работать, палка, нет?
Так. А вот тут уже проблема. Проблема в том, что надо повесить. Повесишь, нет? Блять. Да блин, ну просто положи ты ее. Ёб твою же мать. Нам просто нужен, блять, перевес. Он получится? Гениально, блять. Как он мог сдвинуться просто тупо с места? Блять, серьезно, балочка просто. Балочка мешает. Блять, вы серьезно? Балочка? Пиздец, блять. Балочка мешает. Мешала или мешает, я не знаю. Да. Ради энергии топать по всему этому, это трэш. Блин, а вот тут, кстати, как-то не очень просто, я бы сказал. О-хо-хо. Серьезно? Пиздец. А дальше? Есть у меня предпосылки. Не очень хорошие, да? Предпосылки. Вот интересно, если я... А вопрос, мне дотягиваться до... аж до той стороны? Или как? Блин, надо обосраться. Двигаться таким образом, это просто... Да в смысле? Ты не ту дверь потянул. Ямонал, как это все работает, не пойму. Ну. Блин, падай нормально, дверь. Да в смысле? Пушкой. Да блин, ну что за хуйня? Как это работает? Как эта физика тупая работает? Вопрос. Да блин. Эти 3 часа таким макаром буду находить. Воробушки. Блять. Нахуй идите. Серьезно. Вопрос, включить двигатель нужно сначала или что?
Ага. В смысле тебя не берет? Ты охуел? Так, подожди, а как нам теперь наверх добраться? Да пошел ты в жопу, придурок. Охренеть. Это вообще жесткий момент. Охуеть. Да блять. Пошел ты в жопу, очко. Ну. Охереть. О, тут будет очень интересный момент. Я помню. Такое интересное, что обосраться. Так, а какое бы оружие взять против вот этого всего? Так. У меня только один вариант. Давай. Серьезно, с трех выстрелов сложился. Фух. Гранатомет творит чудеса. Чего? Иди за нами. Фримен будет мудр, посмотрев, как добывают ферапонды из Мирмидонта. Процесс не очень гигиеничен, поэтому лучше отойти. Эти ферроподы понадобятся Фримену. Собирай их. Ага. Окей. Ага. Блять, а как в управлении следующее это оружие? X. X, X, АНЗ увеличение, да? Ладно. Погнали. Мы просим прощения. Невежливо общаться с сменой потоков перед теми, у кого нет мортальных способностей. Да, мы озвучиваем свой язык из вежливости. Если только не говорим о вас плохо. Именно. Может, бухнем? Ну ладно.
Поторопитесь, доктор Фримен. Новый проспект рядом. Мало шансов пройти туда в одиночку. Но если с тобой стая муравьиных львов, ха, это другое дело. Погнали, чё. Фримен почти у нас визитом. Следуй за ним. За кем? Ага. Сейчас Фримена научат применять феромоны. Запоминай, как пасти муравьиных львов с помощью приманки. Фримен, выломай эти работы и броси один под всю яму. Фримен справился. Фримен превосходен во всем. Ручные львы. Прикольно. Теперь внимательно. Надави на феропод, чтобы скомандовать муравьиным львам идти за тобой. Фримен показывает превосходство во всем. А теперь этот должен попрощаться. Но вопрос как уже недалеко. Запомни все, чему научился здесь. И Лайфенс верит в тебя. Yes, of course. Так. Погнали, чё. Мы погнали. Погнали. Вперед и только вперед. Так. Теперь получается, мы должны отключать всю эту фигню. Теперь наоборот. Окей. Бляха. Особое внимание. Отряд внешней охраны 6 Нова Проспект. Отключены ограничители периметра. Особое внимание. Отключены ограничители периметра. Особое внимание. Отключены ограничители периметра. Всем сотрудникам охраны немедленно принять участие в сдерживании. Вы тупые, валите. Плоскочевник, включите ограничители периметра и доложите. Движуха началась. Включите ваши ограничители периметра и доложите. Кочевник, срочно приведите. Мою мать. Подожди. Давай. Погнал. Тревога. Обнаружена аномальная внешняя активность. Твою мать. Плохо дело. Малость.
Смотри-ка, они тут мешают мне очистить зону. Смотри-ка. Погнали. Так. Мы же тут все забрали, нет? Или тут где-то подземный бункер? Я посмотрим. Движнюха началась, да? Бежим. Нахуй башню. Твою мать. Бежим. Бежим. Так. Здорово, пацаны. Чё как? Противника. Давай, ты бей. Команда 4-9 соединиться, дождаться подкреплений. Лидер 9 принять командование. Сейчас мы ему устроим. Движухи. Оу. Воу. Кажется, мне хорошо пулеметчик занялся. Директива номер 2. Задействовать резерв. Сдерживать вторжение извне. Пацаны, работаем. Ёпарасота, а тут придется перепрыгивать, да? Так, пацаны, я пока буду... Подожди. Где? Туды? Блин, подожди, а вы идите туды. Давайте мне дорожку почистить, пожалуйста.
Оу, пацаны. Зомби. Пацаны, ваша помощь нужна, пацаны. Пацаны. Сюда, наверное, сюда. Воу, пацаны, спасайте, пацаны, звалите меня нахуй. Красавы, пацаны. Так, сколько у нас по времени? А, еще норм. Так. Тикс. Вижу, да? Текст. Дун-дун-дун-дун-дун-дун. 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 Чё? Congratulations, motherfucker. Чего? Еще и с этой? Ну, с этими можно проще. Так. Бим. Опасный? Может быть. Где мои жучки? Ребятки, движуха нужна, ребятки. Движуха, движуха. Устраиваем движуху, пацаны. Пацаны, движуха. Пацаны, движуха. Движуха, пацаны. Так. Уходила. Ракетница. Твою мать. Еще патроны найти. Блин. Блин, он моих муравьиных ног валит, урод. Воу. Он тут забросил. Твою мать. Дает мне движуху устроить, сука.
Подожди, где эта мразь? Воу. Твою мать. Блин. Пошел в жопу. Так, подожди, я дальше что? А, вот. Две ракеты, замечательно. Там. Вот, мразь. Где он? Подожди. Да ладно! Сука. Ты серьезно? Где мне еще одну ракету брать? Мразь тупая! Два? Вы чё, блядь, гоните? Как я это сейчас пройду? Ебать, как это проходить? А где аптеки брать? Аптеки вообще, блядь, нет. Чё за дичь? А, подожди, ракеты брать в той стороне, что ли? А ракеты еще где брать? Понятно. Где? Это реально какой-то пиздец. Да ладно! Да блядь, в смысле? Ебать, чё за беспредел? Алло. Блядь, ты издеваешься, а? Один готов. Это один. Наконец-то. Кто там ещё, блядь, стреляет, нахуй? Я манал. Пацаны, вы молодцы. Так, подожди. Мне интересно, а аптечки еще где-нибудь были? Или уже все? Или уже до свидания. Весело. Здесь запас исчерпан, да? Да, веселуха. Конечно. Правда, не такая, которую я себе представлял. Но все же. Особая тревога. Вторжение в новом городе. Новый проспект. Прикольно.
Ага, это у нас уже получается тюремные движухи, да? Смотря кого ты еще противником считаешь, блин. Так, подожди. А где тут эти сраные пулеметы? Ага. Вот они, да? Это что, на второй этаж потом топать, что ли? Ага. Ясненько. Интересная движуха получается. В какой-то степени. Так. Ага. Подожди, там что-то есть. Я даже знаю, для чего гранаты. Точнее, граната. Интересная движуха. Как тут же только не бьет, или потом бить будет. Ага. Тут наши любимые эти штучки. Блин. Будем знать, что у нас тут любимые штучки. Дрючки. Так, подожди. А... Чего? Угроза вторжения. Рапорт воздушной разведки. В отторжении может быть... Да ёб твою мать. Силам, угрозы. Твою мать, еще пулемет нахер. Бля, я чё? А я чё, не туда упал, что ли? Или куда должно было падать? Не сюда? А куда? Очень-очень странная ситуация. Стоп. Ага. Ага. Попал. Это хорошо. Давай достать. Или мы сами сюда попасть можем.
Отлично. Кто мы? Молодцы. Так, подожди, а... Внизу, что ли, открыть эту херню? Или как? Подожди. Нет. А как там проход открыть? Но мы же пришли не снизу. Правильно. Вопросы, куда нам? Я не хочу застревать, куда дальше? Бред какой-то. Подожди. Или нет? Трындец. Кэткраб. Наши старые друзья. Оу. Я сюда не хочу. Ёпрасете. Да. Ху-ху-ху-ху. А у нас повторим то, что повторили. Давай. Где ты? Е-бой. Е-бой. Приятно было познакомиться. Внутренним отрядом сдерживания Нова Простер. Всего-то. Ликвидировать так, свои информационные блоки A7. Запретить внешний контакт. Ага. Так, подожди, пацаны, вы же за нас вроде бы. Не? Правильно, пацаны. Если чё. Ага. Так, быстрей. Ага, лавочка. Лавочка. Три лавочки. Больше лавочек, да? Ну. А, еще что-то, кстати, есть. А что тут? Ничего? Просто прятаться? Ну, нормально, чё. Дай пройду. Хороший мальчик. Да, подожди. Подожди, куды? Тут же тоже ничего, да? И тоже ничего. По-моему, я все собрал, все, что мог. По факту. Пацаны. Пацаны. Опа-на. Нападайте, пацаны. Блин, пулемет валит. Пацаны. Да ладно. Вы что, прикалываетесь? Блин. Еще один их пулемет валит. Тогда понятно, подожди-ка. Блин, ну внутренний пулемет я убрать не могу и сам. Бля, а что делать? Куда валить?
блин, ты достал, а? Какие эксперименты с Вартигонтом делали, ёпросите. Пока. Я там пацанам проход открыл? Или это проход не сюда? Так, мне одному кажется, что тут что-то есть. Нет? А я думал, есть. Оу. Ага. Отлично. Half-Life. А, если в таком плане или ключе. О, подожди, двигается. Ой, ой, подожди. Не знаю, что это такое. Фух, ладненько. Ладненько, ладненько, все это, конечно, прикольненько. Интересненько. Наверное. Ну да. Так. Я, наверное, два сохранения сделаю. Это быстрое. В общем, всем спасибо за внимание. Мы, в принципе, уже дошли до Нова Проспект. Вот. Так что, всем до новых встреч. С вами был Денис, Казуков Фэмили. Всем до новых встреч. Спасибо за внимание. Не забывайте про лайки, приглашать друзей. А всем до скорого. Всем удачи. Всем пока-пока.